Олигархия – это преступное слияние бизнеса и власти. Всех достало, когда чиновники, их жены, дети и приятели занимаются бизнесом. Самая крупная собственность в России за последние десятилетия получена от власти и сохраняется с ее помощью. Власть не должна заниматься бизнесом, а для бизнеса должно стать невозможным покупать власть. Придя в Думу, партия «Яблоко» примет необходимые законы для того, чтобы, во-первых, жестко пресекать случаи занятия государственных должностей бизнесменами и их родственниками. Во-вторых, немедленно отстранять чиновников от должности при конфликте интересов. В-третьих, существенно ужесточить требования информационной прозрачности к офшорам, владеющим значительной долей капитала в российских компаниях. И, наконец, в-четвертых, раз и навсегда отменить все кормушки, через которые деньги бюджета разворовываются этими самыми олигархами.